Всем ночной приветик от Катриэля. Пришел момент его кормить. Сегодня ночь с понедельника на вторник. Вот он, красавчик, переливается. И заморозочка для него уже в водичке тает. Там под мышками комментарии пишут, типа, вы их купили на кормление. Нет, вы ошибаетесь. Для кормления у меня забита морозилка. Я запаслась. У меня там, наверное, на год, если не больше. Просто покупаешь когда оптом заморозку, это намного дешевле, чем покупать там по 10 штучек. Поэтому как бы 500 штук купила, и мне так, грубо говоря, хватит до хрена. Чтобы посчитать и понять, насколько хватит, вот считайте. В неделю мои съедают 2 заморозочки, в месяце 4 недели. Посчитайте, сколько недель в году, и узнайте, сколько мне хватит этого корма, на какой период времени. А мышек я ращу на продажу, как и хомячков, я их не ем. Уже не раз говорила, мальчик у меня не суетливый, то есть я его не дразню, просто выкладываю, а он там сам разберется. Да, он все равно не ловит активно, он просто случайно находит и не спеша кушает. Кушать, скажи, хочется, да, он еще вчера, чей в субботу стоял, демонстрировал заинтересованность. Ну вот, надо соблюдать промежутки между кормлениями, поэтому пока он с карамелькой не совпадает. Она кушала в субботу. Ну, солнце, ты же не с той стороны начинаешь, тебе ж так неудобно будет. Голова в другом ракурсе. О, ну-ну, удачи. Посмотрим, что из этого выйдет. Давай-давай. Просто с головы брать кормовые объекты удобнее. Но вот он решил почему-то начать сзаду. Ну что, посмотрим, дойдет перехват сделать или нет. Или будет очень долго мучаться и запихиваться с ненужного направления-то. Угу. Кстати, по кормовым объектам даже можно понять, как они замораживались. Вот этот вот после разморозки, он выглядит таким вот. Кожа отдельно от него отстает. И вообще выглядит нелицеприятно. Скорее всего, пардон, заморозили дохлятину. Такое тоже случается. То есть даже в партиях нормальных попадаются вот такие странные заморозки. Но ничего, змея все равно это съедает. Ничего страшного. О, ну, в принципе, гля, неплохо взялся, молодец. Дерзай, мальчик, дерзай. У тебя все получится, да. Кому это нелицеприятно, просто пролистывайте и все, какие проблемы. Я, например, аварии не люблю смотреть и всякую ерунду с этим связанную. Так что, как-то так. Ну, в принципе, ноги задние он уже, считай, сожрал. Вот как вот дальше пропихнется, это уже другой вопрос. Угу. Давай, давай. Теперь у тебя получится самое сложное, это голова на закуску. Запихивайся, солнце, запихивайся. Кормовой объект, кстати, для него мягкий. То есть, в принципе, главное правильно взять. А там уже процесс пошел. Старается. У него, кстати, и радужка глаза тоже такая вот оранжеватая, интересного цвета. В тон основного окраса. Красавчик, короче, красавчик. Весь переливается. Кушай, солнце, кушай. Да. Вкусно и полезно. Дело нужное. Расти большим и красивым. Ну, в принципе, и так как бы подрос заметно с того момента, как я его приобрела. Но еще до красивых размеров далековато, конечно. Запихивается активно. Ну, вот половина уже внутри. Осталось немножко. Тут чуть-чуть постараться, и все получится. Умничка. Ну, пока мы кушаем раз в неделю. Как подрастем, будет кушать раз в 10 дней. Ну, до этого момента еще расти очень долго. Старается, старается. Поправляет челюсть нижнюю. Вот захваты видно, как производит. Наползает такие движения. Умничка. Вот-вот-вот. Давай-давай. Вот так вот скажи. Да.
Трудоемко, трудоемко, вопросов нет. А если так вот увеличивать, реально удавище такое получается. Все, капец. Вот такая вкусняшка у тебя. Ну вот почти дошел до головы. Сейчас последние штрихи и запихнулся, в принципе-то. И будет потом переваривать. Первые дни после кормежки змейку трогать нельзя. Не беспокою, они там на термоковрике себе переваривают спокойно. А потом уже можно будет тискать, как прогадится. Вот, умница ребенок. Запихнулся практически уже. Вот сейчас челюсть, скажи, поправим. Ну, лицо какое. Молодец. Умничка. О, все окей. Все получилось. Челюсть наперекосяк. Сейчас он ее поправит. Прям клювик у тебя получился, солнце мое. Давай поправляй лицо. А то так некрасиво смотрится. Да, давай, давай. Волна по телу пошла, блестит весь. Переливается. Красавчик. Все, ребенок покушал. Сейчас верну ему мебель, новую подстилочку выдам. И, в принципе, все. Оставляю в покое. И сейчас у меня ночь кормления у блефаров с понедельника на вторник. Сейчас будем кормиться дальше.